Всем еще раз всем привет. Друзья, давайте познакомимся теперь. Начать давайте познакомимся с тем местом, где мы сегодня собрались. Мы сегодня собрались в Zoom виртуально. Но этот виртуальный Zoom – это виртуальное пространство Центра развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса в ШЭ. Что это такое? Это структурное подразделение Высшей школы экономики, которое занимается программой профессиональной переподготовки по IT-тематике, обучением взрослых людей, профпереподготовка после получения высшего образования. Это повышение квалификации, профпереподготовка, MBA. У нас 18 лет назад это структурное подразделение появилось в Высшей школе экономики. Это неотделимая часть Высшей школы экономики. Как знаете, внутри игровой компании есть там департамент геймдизайна, да, там департамент программирования, вот, там художественный департамент, а также у нас вот это часть Высшей школы экономики, которая отвечает за IT-образование для взрослых людей. Вот, ну и название Центра развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса в ШЭ. 18 лет назад мы открылись, и 35 образовательных программ по этой тематике, несколько из которых как раз по игровой индустрии, и одна из программ – это менеджмент игровых проектов. Именно эта программа менеджмент игровых проектов была у нас запущена в 2014 году. Это, представляете, кто у нас хороший математик, прошло уже почти 8 лет, почти 8 лет, ну, до 2022, можно было бы сказать 8 лет, но почти 8, потому что мы запустились осенью 2014 года, была запущена программа менеджмент игровых проектов. И за эти два раза в год мы запускаем новый поток обучения, на каждом из которых, ну, 40-50 человек на каждом из потоков. И сейчас, представляете, 15-й поток будет запущен. Это очень здорово, потому что это, ну, у нас в этом году юбилей. А что еще это значит? Это значит, что за 15 потоков у нас накоплена огромная экспертиза по тому, как реализовать ваши цели в обучении. И обучение сейчас, конечно, ну, суперэффективнее, чем в 2014 году. Почему? Потому что с каждым новым потоком мы видоизменяем программу, улучшаем ее, адаптируем под реалии рынка и, самое главное, адаптируем таким образом, чтобы максимально выполнить цели наших слушателей. Вообще, зачем мы это обучение проводим? Для того, чтобы те цели, которые вы перед собой ставите, чтобы они были реализованы. В частности, когда мы только запускали программу, мы сами думали, мы же еще первый раз запускали, еще не знали, какие есть цели у наших будущих слушателей. Мы думали, надо сделать ту программу, которая бы наши собственные цели реализовала, если бы мы хотели в геймдев сейчас, и чего бы нам не хватало. Вот. Не хватало бы нам того, чтобы нас научили и дали методологию, как избежать грабли при создании своей игры, и помогли трудоустроиться в игровую компанию на первую свою работу туда. Вот. А когда трудоустроились, то первые несколько лет работы могли бы избежать ошибок, которые убивают игру. Вот. Потому что каждый из нас со своей первой игрой, которая на практике без обучения, без знаний, много веселого сделал там 10-15 лет назад, в те дикие времена. Сейчас все хорошо, сейчас все классно, сейчас много информации, много знаний, которые можно взять и применить на практике. И чтобы еще нам, ну, было важно, чтобы был кто-то, кто заставит нас применить это на практике, так сказать, пуш. Ну, запушили к тому, чтобы изучить и использовать на практике, и погрузили в среду, где другие люди тем же самым занимаются, и дали возможность пообщаться с теми, кто уже давно это делает. Ну, вот, собственно, так наша программа и появилась. И те слушатели, которые у нас учатся, они всегда, прежде чем пойти на обучение, пишут мотивационное письмо. Мне его отправляют, я смотрю мотивационное письмо и говорю, соответствует программа тому, что вы хотите или нет. И по итогам обучения мы обязательно со всех слушателей собираем фидбэк, а были выполнены цели, которые ставили, не были выполнены, насколько и что. Ну и, собственно, по нашей практике цели выполняются на 70-80% у наших слушателей. На мой взгляд, это просто потрясающий результат, мы этим очень гордимся. Вот этим очень гордимся. И вы, наши замечательные слушатели, которые придете к нам учиться в весной этого года, вот ваши цели, ну, наша главная задача будет
реализовать то, что вы хотите получить от обучения, реализовать те цели, которые вы себе в жизни ставите в игровой индустрии, ну, при переходе в игровую индустрию. Что ж, вот и познакомились. И это очень здорово, что 15 потоков набранного опыта мы видоизменили программу так, чтобы она очень эффективно работала для вас. Так, теперь давайте с нами лично знакомиться. Вот лично со мной, например, начнем. Меня зовут Вячеслав Уточкин, я директор нашей образовательной программы менеджмент игровых проектов. И я, ну, естественно, каждый из нас, занимаясь образовательной программой, у нас бизнес-образование. Поэтому каждый из нас, кроме того, что преподает и занимается образовательной программой, еще и занимается бизнесом в сфере, в игровой сфере, в сфере игр. Вот. Я, получается, 12 лет занимаюсь разработкой игр, как со стороны и разработки, так и со стороны оперирования игр, больше даже оперирования. Самые крупные игры, над которыми я работал, это моя любимая до сих пор игра Perfect World, одна из, ну, наверное, даже крупнейшая мировая MMORPG, и Armored Warfare проект Армата, а также еще десяток браузерных игр, десяток мобильных игр, вот, и три VR-игры сделал, еще даже настольную игру, вот, и я являюсь сооснователем и генеральным продюсером игровой компании Geeky House, где очень много, там, человек 20 или 30 наших выпускников работает и слушателей, вот, и где они как раз их проекты в том числе запускаются в качестве издателя. Вот. С нами Константин Сахнов, это человек, благодаря которому образовательная программа появилась. Константин придумал, что нужно сделать образование по геймдеву в России, потому что до того, как Костя это придумал, вообще никакого образования не было для геймдизайнеров и руководителей, ну и менеджеров игровой индустрии. Для художников и программистов еще было, для геймдизайнеров и менеджеров не было. Вот. Костя это придумал, и благодаря директору нашего Центра развития компетенций эту идею удалось реализовать. Вот. И теперь мы вам рассказываем об образовании и приглашаем вас к нам учиться, вот, на структурированную системную программу. И Костя в игровой индустрии дольше, чем я. Сколько уже? 14, даже уже, лет. Да, уже. Сколько? 2008 года. Ну да, 2008 года, да, Костя? Да, вот, мы седьмой, по-моему, даже год, когда мы с Дмитрием Табаковым, сейчас это креативный директор Mail.ru, сделали свою первую браузерную игру. Она оказалась коммерчески успешной. Это была случайность, не потому что мы были такие умные, нам просто повезло. И наш следующий продукт, который мы делали уже с Вячеславом совместно и Дмитрием, он уже был менее успешный, потому что, ну, как-то денег мало, знаний уже есть, но, опять-таки, тоже недостаточно. Вот. И только сейчас мы уже с такого огромного пьедестала опыта и лет видим, насколько на самом деле сложно сделать коммерчески успешный продукт, как много всех должно совпасть моментов, что прям и у вас есть знания, и опыт, и деньги, и что угодно. Вообще, вот поэтому... было бы круто, Кость, да, если бы это сейчас мы втроем сходили бы на нашу образовательную, да, программу, на эту, до того, как начали делать свою первую игру. Это просто был бы бесконечная удача была бы. Да, тогда мы бы не потеряли. Но тогда такого нельзя было себе позволить, поэтому, да, поэтому пусть теперь это позволят себе те, кто, да, приступает сейчас к первой игре и все-таки избегут тех ошибок, которые собирали на своем опыте мы 10-15 лет назад. Да, мы, короче, будем завидовать вам, друзья, по белому прямо, но очень-очень сильно. В общем, да, программу делаем как для себя. Ну что ж, и давайте дальше знакомиться. С нами Сергей Зыков. Сергей уже вообще 17 лет в игровой индустрии. С каждым этим, с каждым новым нашим преподавателем и организатором у нас все больше опыта в игровой индустрии. Вот, Сергей уже 17 лет в игровой индустрии, аккаунт-директора компании SoftClub, и Сергей будет вашим преподавателем по маркетингу игр, которому уделяется очень большое внимание на нашей программе, на второй половине обучения, аж 12, даже больше 12 занятий вы с Сергеем проведете, и выведете свою игру к серьезному издательскому и инвесторскому питчу. Вот. И с нами Владимир Огарев, наш ключевой преподаватель по игровым механикам. Володя, привет! Привет, Володя! Привет!
Вот, Володя, 11 лет в игровой индустрии. Володь, расскажешь про себя и про то, с Володей вы прям вот сразу встретитесь на обучении, прям в мае, как только начнется обучение, начнете вот как раз с Константином и с Володей, с основ геймдизайна и с основ того, а что вообще такое игровые механики. И с основ перейдете к каким-то там вообще совсем глубоким темам, да? Расскажи, Володь. Собственно, да, я в индустрии уже, да, 11 лет, в этом году будет 12, вот, все это время занимался либо браузерными, либо мобильными фри-то-плей играми, вот, все это время работал, соответственно, геймдизайнером, ну, с какого-то момента превратился в креативного продюсера, ну, это как эволюция покемонов, бывает такое, вот, собственно, работал, наверное, в большинстве крупных компаний, которые можно назвать. Это в Мэле, в Wargaming, в Zeptolab небезызвестный с их кадзропом. А сейчас, собственно, являюсь креативным продюсером в одной из студий Сбергеймс, которая называется Tipping Point. Ну и, собственно, по большей части занимаюсь мидкорными проектами. И да, если говорить про то, о чем я рассказываю конкретно на этом замечательном курсе, я рассказываю про игровые механики и в целом про то, как устроен геймдизайн на достаточно низком уровне, почему в игры весело играть, как сделать так, чтобы в игру было весело играть, как понять, будет ли весело играть в вашу игру. И вот все подобные штуки, связанные с весельем и играми. Вот, поэтому, да. Там, и у нас обязательно будет фееричный зачет. В целом, фидбэк всегда о нем максимально позитивный. Я надеюсь, что в этот раз все тоже пройдет достаточно весело. У нас же это программа про игры, мы же это учим, как делать игры, мы игровые механики очень много используем в самом обучении. Вот у Володи зачет. А расскажи, как зачет твой проходит? Ты же игровые механики используешь в зачете. Да, на самом деле наш зачет проходит в формате брейншторма, но мы не просто придумываем какую-то игру, а я использую хитрые правила, по которым, собственно, ребята придумывают игру. У нас есть набор из игровых механик, и ужасный корейский рандом выбирает три случайные механики из списка, и, собственно, нужно будет придумать игру из этих трех механик. Но это еще не все. После того, как мы придумаем игру из этих трех механик, я снова выбираю три случайные механики, но теперь нужно придумать игру таким образом, чтобы все эти механики шли ровно друг за другом. То есть именно так, как рандом их и выбрал. Иногда случаются очень интересные истории, и некоторые концепты прям действительно очень... Как правильно сказать, я даже не знаю... Очень интересные. Я другого слова не могу подобрать. Да, иногда слушатели прям начинают такую игру, которую, ну, вот у Володи экзамен, он вообще, это один из первых экзаменов, который вы у нас пройдете, он будет как раз у Володи, вот, еще в первые два месяца обучения. И как раз после иногда эту игру и начинают делать потом слушатели, немного видоизменив. Вообще мы так игровые механики много. Вот Костя игровые механики использует, что вы в процессе обучения накапливаете баллы, там валюту за выполнение каких-то различных заданий во время обучения, в домашних заданиях и так далее, которыми можно расплачиваться на экзамены за оценку. Да, Костя? Да. Вот. А по дисциплине управления командой мы вообще настолько глубоко ушли в игровые механики, что для экзамена по управлению командой мы создали целую настольную игру Game Dev Sim, симулятор игровой индустрии, который настолько интересно получился, что это стало полноценной настольной игрой, которая сейчас там продается во всех игровых, магазинах настольных игр. И это прям большая полноценная настольная игра, по которой идет экзамены, в рамках которой вы проходите путь от зарождения идеи о создании игры до ее релиза в режиме ограниченных ресурсов, кадров, лояльности инвестора и разных ситуаций, которые творятся в процессе обучения. Вот такая штука. Так что, да, видите, как обучая тому, как делать игры, мы сами даже в обучении используем очень много игровых механик. И, конечно же, все наши преподаватели, они являются не
профессорами, да, там, которые и не теоретиками, а людьми, которые прямо сейчас являются либо владельцами собственных игровых студий, либо топовыми сотрудниками крупных игровых компаний, и которые сейчас прямо на практике делают игры. Вот. У нас обычно средний возраст слушателей от 28 лет. То есть, как вы уже поняли, у нас образование для взрослых людей. Если вы еще учитесь в школе, то учиться у нас нельзя. У нас можно учиться в следующих случаях. Если вы уже являетесь студентом бакалавриата, нужна будет справка из вуза. Если вы уже закончили обучение в институте на бакалавриате и нужен будет диплом. Либо, если вы учитесь в колледже или уже закончили колледж, то тоже можно у нас учиться. Поэтому обычный возраст наших слушателей 22-35 лет. До 35, но на текущем, на 14-м потоке у нас есть слушательница, которая вот сейчас ей 18 лет, и она учится в колледже, и она вот уже сразу к нам поступила. Это самый молодой наш слушатель, 18 лет, который у нас только был. Также у нас есть слушатель, которому на предыдущем потоке был слушатель, которому больше, 56 лет. Вот. И у него, кстати, очень классно получается сейчас в игровой индустрии. Вот. Очень все круто выходит, хотя до этого не был с ней связан. Вот. А если нет высшего образования, вот, как говорит Алекс, и в колледже не учился, то, в принципе, тогда нужно написать лично мне, будем думать, что с этим сделать. То есть это такая интересная ситуация. Обычно нет, но там, подумаем, какой вариант может быть в колледже, просто организовать поступление параллельно в колледж или еще что-нибудь. В общем, напишите мне индивидуально, будем индивидуально решать. Что ж. Вот такая вот интересная, 19.51, а вот только недавно, 18-летний у нас слушатель. Что вообще было, тоже нас это очень обрадовало. И у нее тоже, у нее хорошо получается. Вот. Это здорово. Дальше. Цели. С какими целями обычно приходят к нам на обучение? Те, кто хотят делать собственные игры. Безусловно, в процессе обучения, у нас практика ориентированная. Вы в процессе обучения прям делаете свою игру обязательно. Иногда мы даже заставляем, начинать делать свою игру, когда видим, что что-то идет слишком медленно, вот, у вас есть, или никак не приступите. Вот, поэтому вы объединяетесь в команды во время обучения при желании соло, вот, и начинаете уже делать свою игру, поэтому, и все это делаете под присмотром опытных менторов, преподавателей наших, вот, привлеченных экспертов и в группе людей, которые все объединены единой целью, хотят делать игры. Потом те, кто хотят работать в игровой индустрии, к нам приходят, потому что те, кто хочет трудоустроиться в игровую индустрию. Я, 12 лет назад, получается, это было, я перешел из банка работать в геймдев. Как же это круто перейти из банка работать в геймдев, вообще невыразимо круто. В банке сидишь и думаешь, быстрее бы домой. В игровой компании сидишь и думаешь, хорошо, что есть выходные, там не меньше будут отвлекать, еще поработаю. В игровой индустрии настолько интересно работать, что иногда приходится просто разгонять людей, заставлять их уйти в отпуск или заставлять их перестать работать там ближе к полуночи, чтобы хоть поспать пошли. Потому что люди, это очень интересно работать в игровой индустрии, интереснее, чем играть. Я обожаю играть, я не знаю, что придумать, чем играть. Делать игры – это интереснее, чем играть. Попасть в игровую индустрию сложно. С одной стороны, смотрите, какая ситуация интересная. Сейчас просто бум игровой индустрии. Сейчас после того, как произошел, случился пандемия, карантины, многие бизнесы, они, позакрывались, стали менее прибыльными, поувольняли людей в игровой индустрии. Бум просто самый небывалый взлет рынка во время самого серьезного кризиса. Чем больше кризис, тем сильнее растет игровой рынок. Там не надо ходить, на заводе нельзя работать, если карантин, нужно приходить и что-то делать руками, в банке тоже сложно. В играх спокойно можно работать дистанционно, удаленно, живя в любом городе мира, можно спокойно работать, в России, в любом городе можно работать там на компанию из американскую, кипрскую, там, дубайскую, любую.
Вот, это очень часто делается. И зарплаты, соответственно, в игровой индустрии, они, ну, выросли, они сейчас вот выросли очень сильно. За последние два года они там чуть ли не в два раза выросли. Вот. И в целом они высокие. И не найти там работу, ну, там, где-нибудь в глубинке на такую зарплату, как можно получать в игровой индустрии. Вот, если просто куда-то там пойти на работу. Вот такая вот штука. IT – это крутая сфера, а геймдев, на мой взгляд, это вершина IT, ну, с точки зрения удовольствия от работы. И у нас это, мы помогаем в трудоустройстве, и как, ну, во-первых, сами знания и навыки, которые вы получаете, очень помогают, а во-вторых, у нас очень много партнеров компаний игровых, которые берут на работу наших слушателей и выпускников, и мы сами, как преподаватели, обожаем брать на работу наших выпускников. Костя взял уже, наверное, человек 70 на работу наших выпускников, да, Костя? Да, очень много. Вот. Я человек 20-30, вот. Другие наши преподаватели по 10-20-30 человек уже наших выпускников взяли. В общем, в итоге статистика... В геймдеве очень любят аналитику и статистику. Статистика такая, что 70-75, в зависимости от потока слушателей, они либо во время обучения, либо по итогам обучения трудоустраиваются в игровую компанию, если хотят. А вот с нуля очень тяжело попасть в игровую компанию. Почему? Потому что все хотят людей с опытом. Даже на джуниор-позиции хотят людей, которые... Ну, все, многие хотят работать в игровой индустрии, особенно на джуниор-позиции, и всех, особенно гейм-дизайнерами или в менеджменте. И все хотят, чтобы хоть какой-то опыт уже был. Вот, и поэтому просто так перейти в игровую индустрию сложновато. Это вот из-за этого мы и делали как раз программу, чтобы разорвать порочный круг, типа, огромный, ну, как вы знаете, это как уловка 22, да, это, Костя, называется, когда с одной стороны огромное количество вакансий есть, вот, и огромное количество людей, которые хотят на эти вакансии, но людей не берут, потому что у них нет опыта. А как наработать опыт, если тебя не взяли? И вот такая вот замкнутый круг. Вот как раз наша программа его призвана разбить, ну и все получается. Еще у нас сотрудники игровых компаний часто работают для того, чтобы систематизировать знания. Ну, вот в голове часто есть, ну, большое количество уже там знаний, да, там, если ты работаешь в игровой компании или делаешь свою игру давно. Вот, но они не системные, они там, они получены с одного конкретного, там, с одной конкретной должности или с одной конкретной игры, над которой работаете. А, ну, для того, чтобы расти и в карьерном сфере, и в доходах своей игры, если вы инди-разработчик, вот, то для этого нужны комплексные системные знания и фундаментальные знания для того, чтобы, ну, вырасти. Вот. И вот как раз вот эти комплексные системные знания, расширение кругозора и расширение опыта на всех, ну, там, от всех наших преподавателей мы как раз на обучение даем. Вот, нас с каждым потоком все больше людей, которые уже работают в игровой компании или уже имеют свою игру, но нужно систематизировать, ну, хочешь систематизировать знания, узнать новые лайфхаки, которые помогут вырастить текущий продукт. Вот. Вот такая вот, вот такие вот обычные цели у нас. И еще вот, да, последние два года у нас часто приходят на обучение те, кто хотят инвестировать в игровую индустрию, открыть свою игровую компанию. Есть на это там бюджеты от, ну, где-то от 200 тысяч долларов до 5-6 миллионов долларов. И, соответственно, хотят сами участвовать в процессе и понимать, во что инвестируют. Вот такие, да. Вот, наверное, такой портрет тех, кто к нам чаще всего приходит на обучение. И как у нас оно происходит? У нас две формы обучения. Очное и заочное одновременно. Ну, удаленное одновременно. Смешанная форма обучения это называется. В ногу со временем, так сказать, шагаем. Вот сейчас, видите, мы с вами в Zoom собрались, да? Также и на обучении. Вот преподаватель находится в аудитории. Аудитория у нас на Рижской, в здании на Рижской. Вот, преподаватель находится в аудитории. В аудитории расставлены камеры, микрофоны и подключен Zoom. Те, кто смог прийти в аудиторию, находятся в аудитории. Те, кто не смог прийти в аудиторию очно, ну, сейчас очень много факторов, которые сейчас это блокируют, вот, бывает. Те подключились через Zoom и находятся как будто в аудитории. Более того, каждое занятие, оно записывается в Zoom, записывается, там, из камер.
и потом рассылается слушателям для того, чтобы, если что, вы могли пересмотреть, если не успели. Вы можете, например, опаздываете на занятия, подключились к Zoom, смотрите его пока там, ну, в машине или там, ну, или пешком идете до, ну, до аудитории. А вы в аудиторию вошли, выключили, вот, и уже это и не пропустили начало. А если где-то что-то пропустили, не смогли прийти на занятия, взяли, пересмотрели занятия, пересмотрели презентации, вот, и тоже все очень удобно. Так что учиться у нас можно из любого уголка мира, но единственное, что часовые пояса, понятное дело, что если вы в Владивостоке живете, но я не думаю, что сейчас где-то кто-то есть из Владивостока здесь. У нас занятия также начинаются в 7 вечера и заканчиваются в 10, и если разница в часовых поясах там 8, 9, 10 часов, то не очень удобно. Вот. А так, если разница в часовых поясах небольшая, то неважно, где вы находитесь, можно к нам пойти на обучение. Вот. И мне кажется, это очень хорошо. И даже если вы живете за границей, то никаких проблем с этим нет. У нас учатся люди из Беларуси, из Украины, из Польши, из Чехии, вот, из Литвы, ну, то есть совершенно разных городов у нас. Многие, кстати, наши слушатели, как-то так получилось, что, ну, в большую крупную литовскую компанию идут работать Glera Games. Вот Литва или Латвия, да, вот. Вот, да, там очень много наших выпускников работает и оттуда тоже учатся. Вот, никаких проблем с этим нету, где бы вы ни находились. Ну, единственное, что просто при оформлении там, ну, диплом, может быть, там чуть-чуть больше вопросов к диплому будет, чуть больше там вам будет надо с нашим менеджером пообщаться о том, там, возможно, там, ну, какую-то там копию диплома более там, ну, там, заверенную получить. Вот. Очень удобно, на мой взгляд, бесконечно удобно. Кстати, и опять-таки, вот все классно, что 15-й поток. На там, первых 10 потоках такого не было. И ток очно пришел, и все, если не пришли очно, все, ничего не сделать. А только если коллег попросить записать лекцию на телефон. Сейчас все, из любого уголка мира можно учиться. Я очень этому рад, что вот технологии нас так собрали. Может быть, еще там лет через 10 вообще уже будем вообще только в метавселенной встречаться, учиться. А у нас уже был такой опыт. Вот как раз Слава был одним из тех, кто помогал, запускал впервые такую конференцию вместе с представителями большой вышки в метавселенной Майнкрафт. Мы читали лекции. Там воссоздана прям вся вышка. Это круто. Да, и там это около костра в Red Dead Redemption тоже, да, как-то собирайтесь пообщаться, вообще, да. Так что вот, технологии позволяют нам учиться из любого уголка мира. Это классно. Чего ожидать от программы? Создание собственной игры. Вот помните, вот мы говорили, чего ожидать от программы, кто к нам идет учиться. Давайте детально разберем на примерах, кто и что из, ну, какие собственные игры можно делать на примерах тех игр, которые делают наши слушатели. Так, вот, например, на позапрошлом потоке ребята собрались и сделали игру MindTap. Это игра, мобильная игра в жанре мерч. Мне очень нравится жанр мерч, мой любимый жанр. Вот, игра уже больше полумиллиона долларов заработала. Очень круто. Мы очень рады за наших слушателей и выпускников. Игра Magic Chain. Это вот тоже наши слушатели и выпускники. Ну, наши, да, выпускники там очень классные. Они сделали крупную игровую компанию. Вот Magic Chain – это их классная, ну, мобильная игра про алхимию, вот, которую они сделали. Ну, большая, крутая тоже очень игра, прям большая. Не обязательно делать мобильные игры. Вот знаете, вот, например, взять и сделать там, ну, некоторые наши слушатели любят больше делать не мобильные, а компьютерные игры. И мы с Костей иногда их понимаем. Вот, мы делали все виды игр, вот, и, ну, компьютерные игры делать классно, и мобильные игры делать классно, вот, но у каждого душа к чему-то лежит своему, вот. Я сейчас, например, в данный момент делаю около, ну, несколько мобильных игр, 5, и 8 компьютерных, вот, поэтому и те очень классно делать. И компьютерную игру, ее, если она, компьютерную игру buy-to-play намного легче сделать, чем мобильную free-to-play. Вот. Когда делаешь первую игру, мы советуем начинать с чего-то такого достижимого и простого. Вот, например, визуальная новелла «Unforgotten». Очень классная визуальная новелла про северные народы.
Вот, ее сделали прямо за 9 месяцев обучения, объединились вместе со слушателями, я был ментором этого проекта, и мы вместе запустили ее на Steam, прошли весь путь, получили прекрасный опыт. Она не заработала там, ну, там несколько тысяч долларов заработала, но не сотни, не миллионы. Вот, но самая главная ее цель – это научиться, и все ребята на ней научились, и сейчас все участники этого проекта работают в крупных игровых компаниях. Большая игра про Чернобыль наши ребята делали, блокчейн-игры тоже делают наши слушатели-выпускники, сейчас это тренд, вот, да, тоже есть, кто эти игры делает, я сам, ну, это мое, сейчас на данный момент VR и блокчейн – это вообще моя личная любимая тема к разговору, если кто-то захочет об этом поговорить, welcome, буквально послезавтра наши выпускники делают там чуть ли не первую в России конференцию по блокчейн-играм. Вот. Так что здорово. Платформеры. Очень здорово делать платформеры. Сложно, правда. Вот. Это платформер Metroidvania VL. Мы начали делать с нашими слушателями-выпускниками 2 года назад. И вот сейчас она только выходит на запуск. VR-игры. Ну, VR-игры тоже очень здорово делать. Вот шутер про вампиров, Никсотомия, которые там 15 наших слушателей делают и выпускников. Очень здорово, классно получается. Twilight Wars, вообще игра, в которую... Я сам участвую, ее делаю, как один из сооснователей игры, ментор. Вот. И там наши слушатели и выпускники ее делают, и наши преподаватели тоже. Вот. И вот буквально вчера вышла тестовая версия в Steam. Вот. Костя в нее уже играл еще раньше, чем она вышла. Вот. Вообще, мне самому нравится в нее играть. Я обожаю Darkest Dungeon. И это вот как раз реализация мечты наших слушателей и выпускников сделать свой Darkest Dungeon. Вот. Некоторые делают простые, вот, например, простую игру, симулятор лифта, да, сделала команда наших слушателей несколько лет назад. А это стал самый популярный симулятор лифта в мире. Сейчас у них компания своя, в которой больше 60 человек работает. Вы представляете, вот офис компании больше 60 человек, это уже нормально, это уже выше средней игровой компании. И делают, они сделают, ну, уже сделали там больше 100 игр, кажется, они уже сделали за время, как они организовались. Вот. И вот на обучении просто сделали простую игру, в которую на органике больше 500 000 человек начало играть. Вот. Вот Secret Archer's Tale, прекрасная игра, которую сделал наш выпускник в виртуальной реальности. Вот. И она заработала там больше 200 тысяч долларов. А у него сейчас своя игровая компания, прекрасный офис прямо на метро Смоленская, я там буквально на днях у него был в гостях, великолепный офис, и там они делают сейчас игру, которая две основные фичи, глубочайший нарратив и, ну, графика уровня там лучше, чем в Киберпанке, вот. Это просто потрясающе выглядит, и, ну, Индика называется игра, надеюсь, он ее скоро запустит, и мы все в нее поиграем, она просто визуально великолепна. Вот. Или игра Strike Outer Space, там 30 человек наших выпускников объединилось и делают свой XCOM в космосе. Вот, да, конечно же, делают и мобильные игры, матч-3, да. Во время обучения их тоже наши выпускники делают, и они иногда становятся успешными, это здорово. Иногда даже франшизу удается получить. Рогалики очень здорово тоже любят делать наши выпускники, слушатели нашего времени обучения. Экшн-игры и головоломки, гиперказуальные игры и казуальные игры – это то, с чего можно начать свой путь в игровой индустрии и научиться. Это тоже здорово и классно делать. Визуальные новеллы, симуляторы боулинга и так далее. Ну, в общем, много разных игр. Примерно рассказал, да? Вот, и это все игры, они, ну, в процессе обучения наши слушатели начинают делать, а дальше уже, ну, некоторые игры делают дольше, чем 8 или 9 месяцев, после обучения продолжают. Вот, инвестиции привлекают и продолжают, или даже на энтузиазме. Трудоустройство. Второе, чего можно ожидать. В общем, можно ожидать того, что в процессе обучения вы точно начнете делать игру и доведете ее до этапа прототипа, вот. А как максимум, что мы заставим вас ее запустить в релиз. Вот. Ну, чаще всего мы заставляем дойти, но иногда, конечно, и бывает такое, что и команды разваливаются, не доводится игра до конца, которую начали во время обучения делать, но большинство они запускаются.
миллиона долларов там и десятков миллионов долларов от первой своей игры ждать не стоит сразу, скажу, ну да, такое почти никогда не бывает, но несколько десятков тысяч долларов или несколько сотен тысяч долларов заработать спокойно можно и на эти деньги уже дальше развиваться в геймдеве со своей игровой студией. Это реальная возможность, это здорово, это классно, и ради этого прям, на мой взгляд, стоит поучиться и стоит... Ну, стоит вложить год своей жизни в вот просто, ну, обучение это, конечно, еще и напряженка лютая, потому что мало того, что вы работаете, вы еще и учитесь и делаете свою игру, и это вот прям нужно сфокусироваться, взять и сделать, но это стоит того, на мой взгляд. Там год жизни прям поднапрячься, чтобы потом полностью изменить свою жизнь к лучшему, это классно, это стоит того. Вот, и... А вот, да, Алекс спрашивает, а каждый делает в итоге полностью свою игру или объединяется в команды, защищает потом несколько человек одну игру? Обычно объединяются в команды, Алекс. Вот некоторые команды достигают 15, а иногда 20, а иногда даже 30 человек. Вот, с разных потоков, да, команды достигают. И по итогам защищают одну игру, там бывает там 5, 6, 10 человек из одной даже группы защищают одну игру на защите потом. Вот, чаще всего так. Причем не, ну, не обязательно только с обучения привлечь людей к себе в команду. Там, ну, команды, они же большие, смешанные, там, кто-то с обучением, ну, объединяются вместе, а дальше еще своих друзей привлекают, там, с работы еще откуда-то. Я помогаю тоже найти в команды людей, там, недостающих. И... Вот, конечно, чаще объединяются, по одному делают реже, тоже делают, у нас на каждом потоке есть несколько человек, которые вот соло делают игру, доводят до конца, и ну, это классно, это тоже хорошо, но это реже просто, ну, потому что обычно игра, если она, ну, хоть более-менее масштабная, она, ну, почти невозможно сделать соло. Вот если это гиперказуальная игра или, там, например, визуальная новелла, что очень классно делать гипервизуальную новеллу, можно в соло прям сделать. Симуляторы, есть симуляторы, которые можно соло сделать, но чаще все-таки это командная работа, и мы учим командной работе. У нас есть ряд дисциплин, которые учат командной работе. Вот. И где-то начинается второй половины обучения, вот, и по итогам обучения помогаем с трудоустройством, вот как я уже сказал. Ну, наши слушатели почти во всех игровых компаниях сейчас работают и выпускники, и работодатели знают, что те, кто у нас отучился, они работают лучше, чем люди, которые просто пришли ну, первый раз в геймдев, и они, ну, больше любят их брать просто. А еще те, кто у нас учился, они сами являются людьми, которые сейчас принимают решение, кого брать на работу, и они, естественно, любят брать тех, с кем мыслят в одной парадигме, которая как раз у нас на обучении дается. И... Также наши преподаватели, как я уже говорил, берут людей. Вот Костя кучу народу взял, я и другие наши преподаватели. И, собственно, у нас есть компании-партнеры, которые постоянно вот спрашивают, нужен такой джуниор, специалист, такой джун и так далее. Вот, и ну, вот можно посмотреть, где и кем работают наши выпускники. Причем, мне, ну, кто-то, кому-то душа больше лежит к компьютерным играм. Вот наши выпускники, преподаватели, кстати, наши, работают на компании All Cat Games, над игрой Pathfinder, Wrath of the Righteous, новыми играми этой компании. Вот. Кто-то работает там в таких компаниях, как Майтона, это наши партнеры, G5, Завод Геймс, наши друзья. Ну, вот можно писать, где они люди, ну, во всех компаниях. Кем обычно работают? Обычно идут младшим геймдизайнером, младшим левел-дизайнером, просто левел-дизайнером, игровым аналитиком, в маркетинговые отделы иногда идут, на стажировки, комьюнити-менеджмент, но чаще всего геймдизайн и в менеджмент. Продюсером сразу, конечно, не стать. Младшим продюсером, помощником продюсера, да, а потом уже расти до продюсера. Обычно какие зарплаты бывают? Какие обычно зарплаты бывают? Обычно зарплаты сейчас уже выше, чем раньше. Раньше где-то обычно 35 на старте, там 35-40, да. Сейчас уже 50-60 тысяч рублей зарплата на старте обычно в игровой индустрии. Иногда больше, иногда сразу 70-80. Ну, иногда поменьше 40, например. Зависит от того, в какую компанию и на какую должность вы идете. Вот. Ну, вот, да, вот Ирина сразу спросила, какая стартовая ЗП у Джуна. Я бы сказал, что остановиться, ну, где-то 50, вот это вот 50 тысяч рублей, это вот сейчас среднее, на что можно рассчитывать. Плюс, ну, минус, там, минус 20 тысяч уже не бывает, вот, плюс 20 тысяч, плюс 30 тысяч бывает. Но больше, но 100 тысяч рублей, 150 тысяч рублей сразу на джуниор-вакансию, я бы сказал, что нет. Такое, ну, это исключительно редкие случаи. Вот, бывает, но исключительно редко. Ну, вот. Вот, а вот Мария спрашивает,
пройти стажировку в гейм-компании на, в качестве юриста. Да, в качестве юриста нам не получится. Мария, почему? Потому что юрист, если приходит в компанию, он нужен вот прям на фулл-тайм обязательно. Иначе зачем вы нужны в компании на стажировке? Тогда компания на аутсорс просто возьмет юридическую компанию лучше, чем ну, у вас. Это эффективнее будет для компании. Поэтому... Если на стажировку, то как раз в такую компанию, которая предоставляет аутсорсинговые услуги. А, ну или, да, кстати, да, можно только если туда, да, или это, или в инди-компанию. Вот, интересно, вот Лев спрашивает, а знаете ли вы об игре Atomic Heart из студии Modfish, да, там тоже наши выпускники работают. Вот, не знаем, хорошая игра, ждем, поиграем с удовольствием. Вот. Так, ну и так далее, вот, и много разных тем, где работают. Собственно, про опыт мы поговорили, опыт – это создание своей игры, опыт – это трудоустройство, а опыт – это практические занятия во время обучения. Знания, кто эти знания самые дает и навыки. Самое важное – это те люди, которые вас учат. Мы очень гордимся теми людьми, которых мы собрали в команду, которые вас учат, потому что это люди, которые сами на практике и делают то, чему вас учат. Вот, это очень круто. Вот, Кость, давайте как раз Костя, который вас больше всего будет учить. Костя вас будет учить. Сколько занятий, Костя, у тебя там? Ой, там какое-то огромное количество. Вот в общем, мне кажется, часов 70 вы проведете с Костей. Часов 70. Больше уже, да, больше. Может, даже часов 100 чистого времени вы проведете вместе с Костей. И это очень классное время, очень полезное время, при которому как раз и можно подняться на новый уровень. Расскажи, Костя, чему как раз ты будешь учить? С удовольствием. У нас вместе с Костей будет сразу три предмета. Первый, достаточно большой, длинный, называется «Игровая логика». Это предмет про геймдизайн. То, в чем вот прям мы будем копаться, это сложно, это страдание, это математика. Но при этом это безумно интересно. Если вы вдруг внезапно такие, ой, математика – это страшно, ничего подобного. Когда вам рассказывают в школе, про решение линейных матриц, систем дифференциальных уравнений, у меня всегда появляется один вопрос. Нафига? Вот пока я не понимаю, зачем мне это нужно, я не буду это никогда делать. Ну, неинтересно, скучно, какая-то фигня. А когда тебе показывают конкретно, значит, вот лутбокс, и ты с него в твоей компании можешь заработать 2 миллиона долларов. Вы знаете, так хочется посчитать прибыль сразу, вот посмотреть, что там нужно сделать, вот эти JSON-скрипты. Когда тебе говорят, будет 2 миллиона, другая мотивация. Или когда тебе говорят, вот у тебя есть два персонажа, Гул'дан или Нерзул, и вот кто из них победит? И ты начинаешь разбираться, а вот у них есть характеристики, там сила, ловкость, атака, а вот они призывают кто-то скелета, кто-то исцеляет. И более-менее становится все понятно. И в этом как раз основная прелесть, собственно, обучения. Да? Когда вы не понимаете, зачем вам это нужно, вы не хотите учиться. Когда вы знаете, как вы это потом примените, как вы с этого заработаете деньги, где вы потом в игровых компаниях будете этим заниматься, совершенно другая мотивация, другая логика. Это становится безумно интересно. Два других предмета – это игровая аналитика, это, ну, скажем так, как это ни странно, да, уже не про больше математику, а про всякие метрики, про статистику, вот такого вещь, предмет довольно сложный, но интересный, и предмет проектный менеджмент, проектное административное управление. Вот сейчас как раз, да, вот спасибо, Вячеслав, показал полный список наших предметов. Это предмет, в котором не будет ни одного слова про формулы, я вам точно обещаю, но как это, в нем будут наша новая традиция «Отцы-основатели», наша рубрика. Вот в предыдущую неделю было занятие про административное управление студиями, осталось только одно последнее про делегирование и контроль. Нашим отцом-основателем был Генри Форд, был, к примеру, Федор Иванович Тютчев. Вы знали, что это не только поэт? Все вот думают, Тютчев – это поэт. Оказывается, нет. Его основная работа – он был чиновником и дипломатом, был в Мюнхене послом. И он сформулировал принцип всего административного управления игровых компаний до того, как появились игровые компании и административное управление. Он сказал, день пережит, и слава богу, уже хорошо. Вот об этом мы с вами будем говорить, как использовать все эти бесконечные методологии и как зарабатывать на этом хорошие деньги. Почему это вообще безумно интересно? Хотя почему безумно интересно, я думаю, вы и без меня знаете. Да? Раз вы сюда пришли, значит, вам уже интересно делать игры. Как-то кому не интересно делать игры? Да, Слав?
игры делать, это бесконечно интересно. Про это тоже мы будем рассказывать на каждой дисциплине, каждый преподаватель. Он сам у нас фанат того, ну, как делают игры. И, соответственно, передает то, что делает сам. Вот Костя сейчас рассказал про дисциплины, которые он будет рассказывать. А вот у нас вот Сергей Зыков, он будет рассказывать про маркетинг игр. Это у нас, видите, вообще как дисциплины разбиты. Сейчас вот посмотрим. Видите, у нас есть дисциплины, начинается... Слушайте, а давайте вообще даже... Вот начинается с чего? Да? Начинается с того, что мы проходим технические основы разработки игр, которые рассказывают как раз наши выпускники, которых как раз вот сейчас своя игровая компания на 60 человек. И они как раз технические основы разработки про игровые движки, про системы ведения и контроля, системы контроля версий, про системы ведения документа оборота и таска оборот и все другие технические основы, которые вам нужно знать, они вам расскажут. Технические основы работы даже с визуальной частью игры. Они вам расскажут. А дальше управление командой. Где у меня тут рисунки-то рисовать? Вот. А дальше про управление командой. Про управление командой вам расскажет Голубкин Сергей, который долгое время работал в компании Ubisoft. А после этого открыл собственную игровую компанию, и собственную компанию по настольным играм, и по компьютерным играм. И, соответственно, вот он, как человек с опытом там больше 15 лет в управлении игровыми продуктами и на международном уровне в том числе, он как раз про это будет рассказывать. А дальше у вас, как раз, ну, параллельно с этим, у вас идет игровая логика, которую преподает Константин, и игровые механики, о которых рассказывает Владимир, вот, с которым мы сегодня уже познакомились. Вот эти вот предметы, с них у вас начнется обучение. А дальше у вас как раз добавляется проектный административный менеджмент, который необходим для того, чтобы вы начали создание своей игровой студии. И методология GameCraft, которую вам рассказывает Святослав Торик. Это вообще одна из вторая дисциплина, которая у вас будет, да, методология GameCraft. А на ней вы с помощью специальной методологии, которую разработал Святослав Торик, он 20 лет уже работает в геймдеве и сейчас является одним из топ-сотрудников компании Nexters, NX Studio, да, они сейчас называются. Вот. Он как раз сам разработал вместе с коллегами методологию подхода к тому, как придумать свою игру, и вы прямо на этой дисциплине прям будете придумывать свою игру, и иногда та игра, которую вы там придумали по методологии, она прям становится той игрой, которую слушатели наши разрабатывают дальше. А обязательно левел-дизайн. Многие наши слушатели идут левел-дизайнер, и в большинстве игр он необходим. И карьерное консультирование, чтобы на котором Сергей Волков, один из очень известных HR-ов в игровой индустрии России, HR-компании 1С, руководитель отдела HR-компании 1С Entertainment, он расскажет вам про то, как правильно подготовиться к собеседованию, как правильно вести себя на собеседовании, подойти к выполнению тестового задания, как сделать так, чтобы ваше резюме вообще увидели. А также расскажет о том, что если вы сами принимаете людей на работу, как найти нужных людей и нужных сотрудников, то есть и карьерных консультирований с точки зрения того, кто хочет трудоустроиться, и с точки зрения того, кто нанимает людей на работу. Вот, вы начнете делать прототип своей игры с Степаном Кулешовым, продюсером игровым, который работал там в компаниях G5, Playgender, G5, Neki и других там крупнейших компаниях, и сейчас является продюсером компании Geeky House, где как раз и занимается разработкой мобильных игр. Будете разбирать проектирование интерфейсов с Верой Величко, основателем и руководителем игровой компании All Studio. Продуктовую документацию будете очень глубоко копать и разбирать с Анатолием Шестовым, лид-гейм-дизайнером компании All Cat Games, которая делает как раз Pathfinder, Wrathless Righteous. Великолепно просто. Великолепная игра. Подойдете к контролю качества с преподавателем, с руководителем отдела контроля качества компании NX Studio. Авторское договорное право. Сегодня уже были про него вопросы. Будете разбирать с Сергеем Ледовским, известным игровым юристом из, российский, известный российский игровой юрист. У него своя компания по юридическому сопровождению игровых проектов.
Локализацию продуктов будете разбирать с руководителем отдела локализации компании Пука. А нарративный дизайн будете разбирать с Антоном Радусом, который как раз вот живет в Праге и работает там в крупной чешской игровой компании, как раз занимается нарративным дизайном там. А и, вот, кстати, по поводу Антона Радуса очень интересная история. Антон начинал свою карьеру в компании Rocket Jump, где мы с ним работали вместе, и пришел он туда из юридической сферы. До этого сам был юрист. Интересно. Я не знал даже про Антона, это интересно как. Вот, да. А инвестиции в игры, ближе к завершению обучения, вам нужно будет уже, многие из вас захотят привлечь инвестиции в свои игры, и о том, как это сделать, как к этому подойти правильно, будут рассказывать управляющие партнеры компании Jam Capital, одной из крупнейших российских компаний, занимающихся инвестициями в игры. Про игровую аналитику вам расскажет Константин, как мы уже обсуждали. Вот. И дальше будет еще оперирование игровых продуктов, это дисциплину расскажу вам я, потому что я 10 лет как раз этим занимаюсь, как подготовить проект к запуску, как пройти через этапы, начиная с того, какую игру делать, как подготовить ее к анонсу, как пройти софт-ланч, как после софт-ланча выйти в релиз и что делать на релизе. У меня есть чек-лист из 300 пунктов, которые нужно реализовать на каждом из этих этапов, и шаблоны документов, их там штук 100, наверное, разных шаблонов, которые я вам дам для того, чтобы вы могли использовать в своей работе, делать как для себя, потому что я очень люблю, чтобы у меня были шаблоны на каждый случай жизни, и примеры, ну, не шаблоны, а примеры из других проектов на каждый случай жизни у меня просто там на компьютер ломится от примеров в каждой сфере оперирования игр, вот, с других проектов, которыми можно воспользоваться, когда делаешь свой, потому что я очень не люблю что-то делать вот прям совсем с нуля, я люблю посмотреть, как сделали другие, и собрать эффективный свой там документ, собрать эффективную свою идею, опираясь на опыт, ну, на опыт других успешных реализаций в этой сфере, вот. И, конечно же, маркетинг игр с Сергеем в течение там даже 14 занятий, начиная с основ и заканчивая питчем своего проекта издателю, пройдете. И завершится все монетизация игровых проектов. Монетизация – это важно. Монетизацию в игру нужно интегрировать, чтобы вы заработали деньги и смогли дальше делать игры. Ну, без денег делать игры как-то тоже, ну, можно, но с деньгами-то лучше. Вот. Но многие наши слушатели, ну, понятно, я первую игру часто на энтузиазме собираетесь и делаете без денег, и получаются иногда шедевры просто из тех игр, которые вот на энтузиазме делаются нашими слушателями. Ну, я игру уже показывал. Так, проговорили по преподавательным дисциплинам. Очень гордимся нашими преподавателями и тем, что они выделяют время, все эти люди, это, видите, это основатели своих студий, топовые сотрудники крупнейших игровых компаний, они выделяют свое время на то, чтобы, ну, передавать свои знания, и уже давно это делают, уже, ну, много потоков преподают у нас и умеют не только делать игры и в своей сфере профессионалы, но еще и умеют передавать эти знания. Это тоже очень важно и очень сложно. И там, уникальные люди. Спасибо этим людям, что это делают, потому что это здорово, это реально вот как, ну, каждый, кто там больше 10 лет чем-то занимается, приходит время того, чтобы передать свои знания, и это великие люди, кто этому уделяет время и внимание, а время этих людей, оно расписано по минутам обычно. Вот. И стоит оно настолько дорого. Да. Вот. Сейчас бы Сергей Языков пошутил бы, что Вячеслав отбирает у них паспорт. Вот. Но это действительно близко к правде, потому что еще... как это? Кто же у нас писал? Как раз вот рассказываю на предмете административный менеджмент про то, что стоит достаточно дорого все специалисты, и продюсер один из самых высокооплачиваемых специалистов, который стоит безумно дорого. На эту тему была прекрасная цитата. Дорогой мой сэр Генри, в наше время всех можно купить. Вы как деловой человек, думаю, тоже продаетесь, только вот время ваше стоит безумно дорого. Вот сейчас игровые специалисты стоят безумно дорого. Пользуйтесь этой возможностью, потому что никогда еще в игровой индустрии не было такого бума роста зарплат, таких невероятных ценников. И когда нам раньше говорили, ну, этот продюсер зарабатывает 1,5 миллиона рублей, это сколько, 20 тысяч долларов в месяц.
Такие, чего? Что за фигня такая? Как вообще такое может быть, да? 20 тысяч? Ну, в принципе, да, для продюсера нормально. 20 да, тысяч, да, 20 да, тысяч. Это безумие просто. Вот, что творится этого. Да, вот буквально это, ну, 4 месяца, да, или 3 месяца назад там это продюсеру прям сделал офер на 6 тысяч долларов, плюс там крутые бонусы. Переходил, ну, и там ему контр-офер сделали там на 10 с лишним тысяч долларов и тоже еще больше бонусов. Ну, что это вообще такое? Как вообще можно занимать людей в таких условиях? Вот, но чего хорошо, можно стать таким специалистом, которого как раз нанимают на такие условия. Но, естественно, это не джуниор-специалист, это обычно это начинается где-то после 7 лет работы в игровой индустрии, примерно 5-7 лет работы в игровой индустрии, и, ну, и показатели успеха того, что вы делаете, они как раз приведут к тому, что вот зарплаты уже будут вот такие вот, как-то, ну, невообразимо, что там, 10 лет назад я не мог даже представить, что вообще что живому человеку могут платить такие деньги, как белая официальная зарплата. Вот. Этого, да, в игровой индустрии это сплошь и рядом. И это круто. А для того, чтобы, ну, зарабатывать в будущем такие деньги, конечно же, это всегда команда единомышленников, это команда. Те связи, которые вы наработаете сейчас, они как раз позволят вам в будущем ну, развиваться и как специалист на работе, да, потом как продюсер, который будет приглашать к себе свою команду звать, да, а так и при создании собственных игр. Это очень важно найти ту площадку, на которой вместе вы взаимодействуете с теми людьми, кто, так же, как и вы, смотрит вперед. Вот, смотрит вперед в ту сферу, где и вы хотите развиваться. Единомышленники, можно так сказать. Это очень сложно найти такую площадку с такими людьми и начать выстраивать с ними отношения. Отношения с людьми выстраиваются очень медленно. То есть там вот в 9 месяцев, которые вы проведете на обучение, они как раз и позволят вам наработать те бизнес-связи, которые помогут в будущем. Они очень долго нарабатываются. И как с теми, с кем вы учитесь вместе, так и с преподавателями, с экспертами. Очень, ну, то есть вы общаетесь с преподавателями в рамках обучения, а по-другому выцепить этих людей на разговор, ну, практически невозможно, потому что каждый час расписан, и это очень сложно, да и очень дорого. Вот. Намного дороже, чем обучение. Потому, вот я, например, есть менторы, которым там $300 в час нужно платить, вот, просто чтобы час пообщаться и узнать там мнение, и узнать, что думает человек по каким-то там конкретным вопросам, компетенции, в которых, ну, менторы – это лучшее, что может быть, и вот как раз единомышленники, менторы – это то, что вы получите на обучении, вот, общение с представителями индустрии и с экспертами. А еще мы очень любим, чтобы, ну, нашими выпускниками не терялась связь. Я, может, даже немного переоцениваю важность вот этих вот бизнес-связей и контактов, но я сам очень люблю общаться со всеми нашими выпускниками, и, ну, некоторые там выпускники, с кем мы, там, ну, кто у нас учился еще 4 года назад, и сейчас мы с ними начинаем какие-то совместные проекты делать. И наши преподаватели, и другие выпускники тоже общаются много. Мы делаем мероприятия, на котором встречаются все наши выпускники, взаимодействуют, общаются, находят какие-то точки пересечения. Мы приглашаем к нам основателей крупных игровых студий, игровых компаний, которые общаются с нашим клубом выпускников, рассказать, как они проходили через путь от идеи до первого, там, до первой сотни миллионов долларов. Вот. И это очень здорово, это очень помогает, вот такое вот взаимодействие, общение уже после того, как вы отучились. Очень много сил в этого, как раз вот в эту часть тоже вкладываем. А вот вопросы еще тут есть. Так, фотка классная, красивая. Мне так нравится, когда мы подбрасываем шапки. Вот, вот вопрос. А на просторах России есть что-то, кроме мобилок? Вот Азат, да. Когда мы, ну, показывали, где работают наши выпускники, там где-то, ну, почти половина работает в компьютерных играх, а не в мобильных. Такие как Pathfinder, такие как, ну, вот Atomic Heart, о чем говорили, такие как игры от 1С и, ну, и разные другие. Вот, такие как игры вот наших выпускников, например, та же Индика Дмитрия Светлова, где тоже наши выпускники работают.
Так что вот, да, конечно, ну, мобильных игр, конечно, больше в России делается, чем не мобильных. Тем не менее, очень много компаний, которые сейчас делают топовые компьютерные игры. Давайте припомним, какие топовые компьютерные игры от российских компаний вышли в этом году. Pathfinder однозначно, потом Potion Craft, топовая игра, потом Loot Hero, насколько я помню. Potion Craft сделала всего 4 человека. Всего 4 человека, да, вообще сделала. И 100 тысяч долларов на релизе уже. Да, мировой хит сделали. Breath Age. Вспоминайте, какие еще игры в этом году, ну, в прошлом году топовые мировые хиты от российских, PC-мировые хиты от российских компаний вышли. Вот, так что... Да. Шапочки в конце обучения обязательно подкинем. Вот так вот шапочки. Мы, у нас вначале проходит защита, да, про выпускных работ, а потом вручение дипломов вот, с подбрасыванием мантии, с подбрасыванием шапочек. Это наши выпускники. Это фотография. Это не из интернета взятая фотография, да. Это вот, видите, я там, Костя вот здесь, да. Это наши выпускники как раз одного из потоков. А какие игровые движки используем? Тоже вот вопрос задал Максим. Игровые движки Unity, ну, где-то 70% Unity, на Unity делает и на Unreal поменьше. Так, ну и еще много вопросов. Давайте дальше расскажу и потом к вопросам перейдем, как раз, чтобы вопросы уже стали участниками конкурса на розыгрыш Nintendo Switch и скидки на обучение. График обучения. Как у нас проходит обучение? 24 мая начнется. Еще есть время подумать, да? Вот, чтобы и время, чтобы оформиться. Оформиться тоже не быстро. У нас же наше обучение – это не курсы, это программа профессиональной переподготовки Высшей школы экономики. В таком обучении вы получаете диплом о профессиональной переподготовке Высшей школы экономики. Чтобы пойти к нам на обучение, вы заключаете договор с Высшей школой экономики, вы предоставляете ряд, ну, документы, ряд документов, чтобы поступить на обучение, и предоставляете мотивационное письмо, в котором пишете, почему хотите к нам пойти на обучение. Я его читаю и говорю вам, ну, соответствует программа тем целям, которые вы перед собой ставите, или нет. У нас не было такого, чтобы мы отказали из-за того, что у человека недостаточно знаний, опыта или еще чего-то. У нас можно учиться, если вы вообще ничего не знаете про игры, у нас вот с нуля. Но если вы ставите себе те цели, которые невозможно, не может дать наше обучение, то я вам даю какие-то рекомендации, что другое поделать. Ну, на обучение к нам рекомендую не ходить, потому что наша главная задача, чтобы вы, ну, вкладывая свое время, свои деньги, чтобы вы получили то, чего хотите, чтобы вы понимали, чего вы хотите, чтобы цель была реалистичной. Например, вы говорите, вот я хочу сразу сделать игру, которая с первого раза после вашего обучения заработает $1 000 000. Ну, такие случаи исключительно редки. Я скажу, что шанс на это очень мал. Или вы скажете, я хочу сразу пойти продюсером на $6 000. Вы же говорили, они $6 000 зарабатывают. Хочу сразу $6 000, как только полгода поучусь. Хоть тоже не бывает. Вот, вы пойдете где-то на зарплату от 50 до 70 тысяч рублей, скорее всего, на первую зарплату. А дальше уже будете в зарплате расти. И через 5 лет, через 7 лет ваша зарплата уже будет 6 там, тысяч долларов или 10 тысяч долларов, как уже пойдет. Вот. Или вы говорите, я хочу пойти... Да, были случаи, да. Я хочу пойти учиться к вам на геймдизайнера, потому что я хочу рисовать игровых персонажей. Гейм и дизайн. Значит, дизайн игры. Вот. Но геймдизайн – это не рисование персонажей. Геймдизайн – это игровые правила, игровая логика и проектирование игровых миров, а не рисование, например. Ну вот, ну, я думаю, даже уже пообщавшись сегодня, вы понимаете, с какой целью можно к нам идти, и поэтому здесь проблем не будет. О, 2020, слушайте, точно, смотрите-ка, 2022 год. Вот и говорил Андрей шапками закидывать, если найдете здесь ошибки. Спасибо, спасибо, Максим. Вот, да, начало обучения 24 мая 2022 года, и продлится оно 9 месяцев. В середине обучения будут каникулы. Каникулы, они продлятся с 15 июля по 15 августа. И потом вновь обучение, и закончим мы обучение с вами где-то в марте 2023 уже года, закончим его защитой.
Обучение проходит по вторникам и четвергам с 18.45 до 21.35. Вы либо приходите в аудиторию, и там в аудитории учитесь, либо, если у вас нет возможности в аудитории, вы подключаетесь через Zoom. А в аудитории стоят камеры, микрофоны и колонки, естественно. И вот вы можете, и вы общаетесь с теми, кто находится в аудитории через Zoom. Вот, ну, там камеру, микрофон себе подключаете, общаетесь, задаете вопросы, взаимодействуете и так далее. Вот, очень удобно. Ну, и в субботу целый день. Соответственно, ну, думаю, большинство из вас это люди, у которых есть какая-то и работа, или учеба там в ВУЗе, и какая-то личная жизнь, и еще что-то. И обучение, оно совмещается со всем этим. Можно и учиться, и работать, и, ну, на личную жизнь иногда чуть-чуть не хватает. Если все это делать, но тоже можно, да. Вот. Так что построено обучение для взрослых людей, которые совмещают его с основной своей жизнью. Да. И по итогам обучения, когда вы все-таки пройдете весь этот путь, и в мантии и шапочке мы с вами подбросим, будет вот такой диплом Высшей школы экономики о профессиональной переподготовке. Обучение у нас платное, естественно. Это профессиональная переподготовка, это дополнительное профессиональное образование, которое всегда платное. Стоимость нашего обучения, она стандартная для профессиональных программ профессиональной переподготовки вышки. Это 256 тысяч рублей за 9 месяцев, которые вносятся, ну, либо помесячно, либо раз в 2 месяца. Мы очень лояльно относимся к оплатам. Если там что-то не успели оплатить, всегда можно, ну, написать об этом, сказать, что, ну, сейчас не успеваю, там, давайте там через месяц. Да? То есть, ну, это нормально. Вот. Ну, обычно оно бьется на 4 этапа. Ну и раз в 2 месяца вы вносите 59 тысяч рублей. Вот. Но можно и помесячно сделать. Или еще, а можно и сразу, если есть такое желание. В общем, любым способом. Вы, кстати, да, еще на эти, ну, есть налоговый вычет, да, который государство дает, кэшбэк от государства на оплату на обучение. Так что по итогам обучения можно будет получить налоговый вычет. Ну, в процессе обучения есть и про практику мы уже много говорили. Да, в том числе, ну, что нужно для обучения, чтобы у вас дома было. Ну, понятное дело, что когда вы делаете игры, нужно иметь, желательно иметь ноутбук или компьютер. Без этого будет очень сложно, без ноутбука или компьютера. И когда обучение проходит в аудиториях, да, и, ну, если вы не из дома, подключаетесь в аудитории и ноутбук, неудобно с собой нести, у нас там есть компьютеры, которые как раз на которых можно делать какие-то практические вещи. И, соответственно, аттестация по итогам обучения – это защита. Вот она вот так вот выглядит. Это фотографии с разных наших защит. У нас собирается комиссия из руководителей игровых компаний, руководителей и основателей игровых компаний с рынка. Не наш, один наш преподаватель, обычно один наш выпускник, который является сейчас либо топ-менеджером, либо руководителем игровой компании, и еще два представителя индустрии, там основатели или директора крупных игровых компаний, которые как раз защиты либо на издание, либо на работу часто берут. Вот, они заслушивают вашу защиту, что вы делали по игровому проекту, там, либо геймдизайн защищаете, либо сам игровой проект защищаете, либо маркетинговый план защищаете, либо еще что-то. В общем, ту часть работы, которую вы делали над игровым проектом, вы ее защищаете, не надо писать там 50 листов воды, просто презентация и результат. Вот, показываете его, и вам дают фидбэк, дают наставления, работу берут иногда. И, собственно, празднуем, вот, и отмечаем. Кто-то, видите, приносит прям, ну, игру в виртуальной реальности, дикстомии, прям даже вместе уже с автоматом, да, принесли, подключенным к VR, со шлемом и со всем таким. Да. Дальше. Вот сейчас Дарья задала вопрос, я видел, да, про YouTube. Сейчас отвечу на него, как раз вот сейчас закончим с этой частью, и как раз хороший вопрос. Как начать учиться? Что нужно сделать? Подаете заявку на обучение на сайте game.hsbi.ru. Давайте попробуем на него перейти и посмотрим, что будет. Вот, видно мой экран, да? Вот, переходим на сайт и посмотрим. Вот нам сайт наш. У нас сайт, мы на него собрали, решение серьезное о таком обучении. Мы хотим, чтобы люди его принимали осознанно.
Поэтому, как вы видите, на сайте собрано не картинки с призывом «купи прямо сейчас», да, а большое количество текста с описанием того, что, как, и когда и зачем будет. Вот, где можно еще там разные спойлеры развернуть и почитать, что собой и как представляет обучение. А также, да, а также есть вот такое вот боковое, ну, очень много всего, да. И есть вот такое вот боковое меню, в котором собрано много полезных материалов, например, учебный план. Можно прям вот взять и зайти в игровую логику и прям прочитать все содержание программы. Можно зайти в маркетинг, ну, какой-нибудь там маркетинг игр и тоже прочитать все содержание программы. В общем, полный учебный план. Можно зайти в наших преподавателей и по каждому преподавателю посмотреть глубоко-глубоко копнуть, а чем, когда занимался, какие там видео выступления преподавателей посмотреть, статьи их почитать и так далее. В общем, можно на самом деле там 2 недели просто у нас вот здесь вот на сайте просидеть и все это почитать. Вот. Можно подкаст наш послушать про каждую профессию в игровой индустрии. Дружайся. Вот, подкаст про каждую профессию в игровой индустрии. Видите, у нас уже 36 выпусков подкаста, где мы разобрали почти все профессии, какие только есть в игровой индустрии вместе с Костей. Вот, очень, ну и приглашенными гостями. Вот. В общем, вот такая вот штука. На этот сайт переходите и подаете заявку на обучение. И, собственно, отправляете ее. После того, как вы ее отправили, вас направит вот на такой вот шаблон мотивационного письма. Вот оно тоже в правом меню. Здесь написано, что нужно написать вот это вот самое мотивационное письмо и отправить его мне на почту vuточкин@sse.ru. Вот очень кратко пишите, не надо там расписывать тонны текста. Главное мне что знать, это с какой целью вы идете к нам на обучение. Вот это вот. И просто, что это адекватная цель, я смотрю. И дальше, когда уже... Ну, я вижу вашу цель, я вам говорю, ага, хорошо, все, цели адекватные. Сейчас промотаем ее дальше, презентацию. Цели адекватные, все окей, приходите. Вот, отправляйте мне скан паспорта, скан, ну, или фотографию диплома с приложением к диплому, или справки о том, что вы учитесь в вузе, скан снился, и договор, который вы заполняете в электронном виде. Вот, и все. Ну, как все, ну, довольно много документов. Это не то, что нажал кнопку, списали деньги, начали учиться. Здесь это серьезное, осознанное, обдуманное решение. И, в принципе, все на этом. На этом вот сейчас начнем отвечать на вопросы. Вот. И на курс, да, на курс мы обычно принимаем до 60 человек. Вот, до 60 человек на курс, поэтому оформляться лучше не в последний момент. Мы часто за месяц до конца обучения набор закрываем. Так что желательно оформиться до апреля, потому что после апреля может просто уже не остаться места. Спасибо всем большое, что были сегодня с нами. Это был прекрасный день открытых дверей. Я сам получил от него огромное удовольствие. Это был первый день открытых дверей, который был у нас в этом сезоне, в этом году, в этом сезоне, 2022 год, 15-й юбилейный поток. Мы ждем вас к нам на обучение. Будем очень рады провести 9 месяцев с вами и помочь вам в реализации ваших целей, а потом взять вас себе на работу или вместе с вами, как с партнерами, развивать новые игры. Это очень здорово, очень классно. И сейчас мы будем бить в гонг. Спасибо большое нашим преподавателям, которые сегодня были с нами, и нашим преподавателям и основателям Константин, которые были с нами. Владимир, Константин, спасибо. Ну что, Кость, что скажем в завершении тогда вообще финально? Как мы любим говорить, не ошибается тот, кто ничего не делает. Друзья, не бойтесь ошибок. Давайте скорее все вместе делать классные игры. И вот он гонг! Давайте в него бить! Да. Ура! Спасибо всем!